Ой, какая, какой блёбик клёвый. Ой, он очень милый. Я теперь всё знаю про SCP. Ага. Привет. Витёк пришёл во Friday Night Sign. Видимо, это то, что надо. Мне говорили, что есть FNF мод про SCP. И говорит, там вроде как прикольная анимация и прочее. Но вообще забавный, какой-то ржачный чел уже с пистолетами крутится на заднем фоне. Я, конечно, не знаю, кто это. Я в SCP никогда не играл, честно, признаюсь. И... сейчас посмотрим, что здесь вообще будет. Стори-моди. О, видали? Точно SCP. Я узнаю вот эту вот штуку, я знаю, я же играл во всякие... О, SCP-1081. Прикиньте, они ГФ дали целый номер в SCP. А, клёво. 4 песни. Rangers think of what to write here. SCP-1081, ребят, похоже? Вы же знатоки, я знаю, вы все знаете про SCP. Боже, что это? Смотри, а почему girlfriend в робе в какой-то? Они... А, она SCP, она пытается убежать. Музычка прикольная, кстати. А почему там микрофон в лифте лежит? Или что это там? Ребят, ну это надо быть фанатом SCP, я пока даже не понимаю, о чем тут, но вы мне все расскажете. Договорились, в комментариях вы мне расскажете, что здесь происходит вообще. Прям так и напишите, в первой песне то-то, 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 во второй то-то, то-то, то-то и так далее. Мне вообще-то ГФ кажется какой-то слегка отбитый. Она себя странно ведет такая. А что дальше нажать? Вон, колонки нашлись. SCP. А, SCP-1081 от колонки. 3, 2, 1, go! Все, и теперь она на колонках сидит. Так. Гейт Би. Фига себе, какие они шустрые. Оу! Сейчас чисто Пентагон вызывать буду. Я так понимаю, мы совершаем побег из SCP, да? Я бы чат почитал с удовольствием, но боюсь, если я начну читать чат, я промахнусь. Что-то там про департамент охраны рассказывает. Странно, какая-то подлага была. Я думаю, обычно что-то загружается, скримеры какие-то. Боже, сколько стрелок и с какой скоростью они летят. Thank you.
Хочу чат почитать, не могу отвлечься. Витя, желтый сотрудник, расходный материал. Ага, я расходный материал, поэтому я хочу убежать, видимо. Слушай, а, я понял, они тут втроем? Соответственно, каждый, у каждого свой ритм они выдают. Сейчас третий взял микрофон. Они хотят меня, наверное, зарэп-баттлить, чтобы я начал это, пошел SCP кормить, да, или что там? Расходный материал, для чего нужен SCP, ребят, в вселенной, расскажите. Боже мой, там столько интересного пишут в чате, я не успеваю прочитать за эти стрелы. Витя говорит, поиграю в SCP. Ну, погоди, я боюсь страшилок. Прикольный мотив, знакомый очень даже, но немножко переделанный. Ель прошел. Слишком много стрелок. Это вторая песня 3, только. 2, 1, так, это кто? Крутая песня. Я прям уже чувствую. Это Гог. Мне это ничего не сказало, ребят. Что за Гог? Что-то Гог очень громкий. О, во, ты чё ругаешь? Я услышал, что он сказал. Мог защитник фонда. Так он мог или гог? Я не понял. Или могог? Гог. Глобальная оккультная коалиция, которая хочет уничтожить весь SCP. А, так я SCP защищаю. Глобальной коалиции. Вот это вот оккультная, или как он? Welcome to Site 19. Что такое Site 19? Место какое-то, содержание? В общем, мы отбились, ребят. От гоков. Зона 19. 3, 2, так. 1, а это что за мужики противогазы? О, хаос. Это чуваки, которые тихо тех хвалят, видимо, да? Раз это хаос. Они хотят вообще устроить хаос на земле. Хаос — это хаос. Ну, это я понял. Хаос — инсюрженция. Not bad! Not bad, кричит он мне. Хаоситы? Они что, Винни смотрят или что? О, у нас что-то взорвалось! А, не взорвали! Ха-ха-ха! Такой довольный стоит! Еее, взорвал! Как что-то в чате их нервно называют. Я так и не понял, кто они такие и что они делают. Давайте по очереди. Значит, в первой песне
что было? Что было во второй, так и пишите. Первый то-то, то-то, во второй то-то, то-то, в третий то-то, то-то, четвертый то-то, то-то. Хаоситы — это отделившаяся часть фонда SCP. И что? И что они? Они хотят взорвать SCP или что? Что они делают? Первый — это охрана. Так. Охрана SCP или чего? Алкаши, говорит, первый были. Понял. Первая охрана, второй МТФ, третий МТФ, четвертая КСИП. Ага. Мне так понятно стало, жесть. Хас спасает Д-класс. А что такое Д-класс? Ваши ответы? Нормально, они еще раз это взорвали. Ваши ответы взрывают мой мозг. Первый охранник, второй МОК, третий ГОК, четвертый Хаос. А кто круче всех из четырех? Кто? А, Д-класс это я. А, я Д-класс, все, я вот это вот, расходный материал это Д-класс, это вообще никто. А, вон на мне написано Д-2. Р-2, Д-2, все, понял. О, теперь я понял, Хаос самые крутые, говорят. Окей. Погоди, а мне говорят, здесь 5 песен, не? В фриплее, наверное, есть еще. Раз, два, три, четыре. О, здесь 6 песен. Explanation. А, вот, тут мне сейчас все объяснят, ребят. В этой песне сейчас мне все объяснят. Explanation, ребят, объяснение. Кажется, так переводится на русский язык. 3, 2, 1, go. А это кто? Ученый с квадратной головой, он в Майнкрафт играл много. Почему он говорит Fortnite? Он в Fortnite играл? Fortnite. Я не могу посмотреть пояснение, кто это такой, ребят, сорян. В конце песни объясните. Здесь просто стрелок много и быстро. Кто же слышит Fortnite? А за стеклом кто, кстати? Такие же его коллеги или что? Почему у них головы не квадратные? Я что-то не понимаю, как в этой игре, как это все объяснить можно? Так, я читаю, ребят, поясняйте. Это кассир, который сдачу мне считает в магазине. А что он делает в SCP? Он сам SCP, что ли? Кассир, который всегда не доздает сдачу? В принципе, я бы тоже таких кассиров в SCP добавлял бы. Они достойны того, чтобы их изучать. Эксперимент на них ставить. Ученый фонд SCP. Так, а чё голова квадратная? Это ютубер? Ютубер? А какой-то ютубер стал ученым фонда SCP? Понял. Клёво, а меня туда возьмут? У SCP сюжет, как у Игры Престолов. Такой же запутанный. А-а-а, они тоже там друг с другом все это... чпокаются. Я понял, это Ланнистеры. От мира SCP. Окей, ладно. Так, у нас есть еще тефтеля какая-то. Звуки они прикольные издают. Витя, ничего ты не понял. Что ж, ничего я не понял, мне все объяснили уже. Я уже в курсе.
Какие классные звуки. Готовьтесь. Ой, какая, какой блёбик клёвый. Ой, он очень милый. Ой, там черепашки-ниндзя, что ли? Чё это? А, ой, там все ребята собрались. Нет, это лягушка-ниндзя какая-то. Ну-ка, давайте слева направо называем, кто это все такие. Ой, так мило. Ой, она так клёво жалеет. Это блёбик, ребят. Оно тоже расходный материал или нет? Ну как дельфин со мной общается. Очень миленькая песенка. Прямо она такая бурлящая, прикольная. А? Вы решили жабами, да, не котами? Да, прикольно. Ну-ка. Сзади тебя стоят ученые-советники. 05, они главные, как я понял, еще... Что там я не дочитал? Еще Блёбик это SCP, он не класс D. А, он SCP, понял. Это SCP-999, щекоточный монстр. Он самый дружелюбный, он лечит депрессию, грусть и так далее. И да, это желейка. Я сразу понял, что это Бебик, и он клёвый, и он веселый. Мне понравилось сразу с ним. Он реально вылечил меня от депрессии. Хотя у меня ее и не было. Очень милый, да. Так, ну все, я прошел. Значит так, еще раз. Это охрана, это МОК, это ГОК, это Хаос, это ученый Ланнистер, а это Блёбик SCP-999 и Совет О5. Все, я теперь все знаю про SCP, можно даже не играть. Перепутал? Насрать, я все равно все знаю. Туториал посмотрим. Ну, давай туториал заглянем. Ага, прикольный туториал, кстати. Я думал, он стандартный.
стандартный. Так, говорят, еще смерть посмотри. Ну давай смерть посмотрим. Где мы будем смерть смотреть? 3, 2, 1. Ну, просто силуэт. Что ж, ладно. Ставьте лайки, ребят, в описании ссылочка на плейлист всего этого, хоть чуть не сказал Among Us, но на самом деле это Friday Night Funkin. Ну и комментарий, пожалуйста, еще раз напишите поподробнее, все-таки с кем я встретился в этом моде. Ну и до встречи, пока-пока.